благословим Бога, всегда и ныне и во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть отра, и сущим огне живо дарова. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть отра, и сущим огне живо дарова. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть отра, и сущим огне живо дарова. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и веков. Аминь. И святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посетит цари немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и веков. Аминь. Отче наш, и жизнь и на небесе, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и оставим нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть Царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и веков. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и присно веки веков. Придите, поклонимся Царю нашему Богу, придите, поклонимся преподем Христу Царю нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем самому Христу, Царю и Богу нашему. Господи, услыши молитву мою, души моление моей воистине Твоей, услыши мне в правде Твоей, и не видит сон с рабом Твоим. Яко не обновится пред Тобой и всяк живый, яко погнал брат душу мою, смирил есть землю живот мой, посадил есть в темность, яко нет Твоего века, и уныло мне дух мой, у меня смирилось сердце мое. Помяну мне древний поучиться и всех дерев Твоих, творение в руку Твою поучався, воздев Тебе руцы мои, душа моя, по земля безводная Тебе. Скоро услышанный, Господи, чисти дух мой, не отвратили лица Твоего от меня, и умолну ты си нисходящий гром. Слышим устроение за утро, милость Твоя, когда Тя упала. Скажи мне, Господи, путь мой же пойду, и по Тебе взяв душу мою. Изми меня от враг моих, Господи, Тебе прибегом. Научи меня говорить волю Твоей, как Иси, Бог мой, Дух выводи, наставь меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи, женишь меня правдою Твоею, изведешь от печали душу мою, и милости Твоей потребишь, и враги мои погубишь, и все служающие души моей, яко аз раб Твоеси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Бог Господь, явися нам, благословен верный во имя Господне, исповедайтесь, Господи, яко благ, век милости Его, а вышедший во дошами и именем Господне противлявся им, не умру, но жив буду, повелевал Господня. Камень Его же не пригоша зернущий, сей Христа Богу Бога, от Господа Христея, сдивен горчи всех наших. Бог Господи, явися нам, благословен ты, во имя Господне. Бог Господи, явися нам, благословен ты, во имя Господне. Бог Господи, явися нам, благословен ты, во имя Господне. Бога молится прежде ныне, прежде цел, грешни смирение и преподел.
Спаситель небесответный, приемли тебя припадыща, ниже падши на перси приемы, Его же, мои богослови, на лежащем в языках разгнати, прося на мире милости. И ныне и песни веки веков ами, не умолчай никогда Богородице, силы Твои поволоки недостойны, а чего Ты ими предстоял молящий, то бы наступал на таре Тебе, тоже бы сохранил Ты ныне свободный, и отступим, Владычица, от Тебе, Твоя Бога, Ты спасаешь и пресна всяких лютых. Избранный Господи, над прежде рыбовских топовых Евангелия, и от лови рыбного мнения человека после истинного боговения, великий апостоль, ученичий дружи, на перстный Христов, по единому истинного человека, любцы Божий Ты, при истине возведимся, да помилует нас, ищущих Твоего к Нему предстательства, зовущих день, радуйся, Иоанне, апостоле, на перстниче Христов и благословие. Радуйся, Иоанне, апостоле, на перстниче Христов и благословие. Ангельских сил всякие твари Творца, владыку Господа, восприемшего плоть нашу яшемуся, на земли спасения нашего ради, взлепроящий приморь и галилеи всем, взывающий по собратам Твоим Иоанне вложение в звание апостольства, оставлю мореже рыбовские, в сад рыбов корабли, неуклонно от поле последовали сестопам спасителевым, всего ради во прием кислице, радуйся ли ради, по Христу Отца по плоти стали мы, радуйся Христом небесного Отца обретли, радуйся мира сего прелести презревы, радуйся, небесная благая, воздаяние получивы. Радуйся, плоть Духа совершенно поработивы. Радуйся, Дух Твой, свочайшему Твоему Учителю Иисусу покоривы. Радуйся, Иоанне Апостоле, на перстнике Христов и благословие. Радуйся, Иоанне Апостоле, на перстнике Христов и благословие. Господь непорочную чистоту Твоего сердца, восхими страстми неопроченную, суди Тебе достойно быть от зрения таинственных откровений, я когда проницаю глубину богословия, возможно и проповедать и то Ему слышание всего мира, всего ради Сын Громов от Господа наречен донеси, и тому возобнил и все Аллилуйя, Аллилуйя. Познание, озаряя твою душу, шествовали сего свет благого Учителя Твоего, получайся из уст Его исходящей премудрости, совершенно ради Твоего незловия и девственного целомудрия, был если возлюблен Христом Господем Твоим, услыши губами, воспевающие песницы, радуйся незловия Зачителю, радуйся девственной чистоты Хранителю, радуйся, любит Богу и ближнему учителю, радуйся, добрых нравов наставниче, радуйся, смиренно мудрее Зерцало, радуйся, божественной благодати святило, радуйся, Иоанне Апостоле, на перстниче Христов и благословие, радуйся, Иоанне Апостоле, на перстниче Христов и благословие. Сила Божества Христова сокрыты под облаком, немощного человеческого естества, познав и сиял, наига Господь наш, воскрешает черть Иаирову, и посреди преображается на фаворе слона дитя, соединим от имя ученикова, свидетели быть таковых преславных чудес, увидев же этот Христос, есть Бог истинный, из глубины сердца Твоего возвал и сему. Аллилуйя, Аллилуйя. Имея верить в знамение, возлюбившего Тебя Христу, Сыну Божию, во
Возлеглися на персик его при совершении тайной вечери, и когда прорицавши Господь о предателе своем, тогда един придерзнули сила просить его имени его, собирали во приемте, радуйся возлюбленных Христов ученичье, радуйся Христа его друже, радуйся невозбранно на персик Господних возлежавый, радуйся дерзновенно по имени предающего во простимый, радуйся паче иных ко Христу ближайший, радуйся Словеса Господня, яко на сокровище многоценное слова в сердце своем, радуйся Иоанне апостоле, на перстниче Христов благословие, радуйся Иоанне апостоле, на перстниче Христов благословие. Ульянские злоблагонистовства, жестокосердных и неблагодарных, иудеев и православных Христа, Сына Божия, тогда все ученицы его страхом объяти выше бежаша, но ты его крепольшую к нему имея, даже до Христа и смерти не ступившись от него, на все муки Христовы взирая, и соболезны сердцем Деве Матери Божией, плачущей и рыдающей, удивляясь же крайнему милосердию, и да в этот день и Божий взывал еси пострадавшему за род человеческий. Аллилуйя! Аллилуйя! Виси на кресте пригождение за грехи наши, спас мира, и видев я и Матерь свою предстоящая, Сына Тя при благословении Деве Богородицы вдал есть во воле ей, жемности, Сын Твой, Тебе Паки, все Мать Твоя, мы же делящиеся любви Христове на Тебе явлений, воспеваем сердце, радуйся, Сын Божий, Матери, будь и сподобивайся, радуйся Того ради, наипаче по Христу, яко неким духовным родством, присвоивайся, радуйся, Матери Божией, достойно послуживый, радуйся, сей, яко же Матерь Свою, во всякой чести у себя и милый, радуйся его успехи честное, и святое тело к Богу проводивый, радуйся за блистающимися райской ветви Архангелом Гавриилом принесенную, а Троя предшедый, радуйся Иоанне апостоле, на верстниче Христов и благословие, радуйся Иоанне апостоле, на верстниче Христов и благословие. Богодечный Звездатель всей сего осей, отшедший на проповедание Слова Божия, я тоже жрением указался тебе, но на пути твоем попусти Господь быть и тебе в верженном море, благодать же Божия всегда с тобою пребывающая, сохранить я водах морских живо, и по 14 дней повелела мне морские за воскреснувшиеся извержить я на бред, и даже здесь я ученик твой Прохор, уже много плакал о кончине твоей, верим властному отдачно действующему Богу, аллилуйя, аллилуйя. Видевшие песни жители, преславное чудотовое сотворенное, и как отрока долго мишленного от бедца молитвою твоей воскресил еси, воскреши великласно, силу Бога тобою и проповеданного, избавшись от грустного гнидного служения, взывай тебе сице, радуйся истинного Бога служителю, радуйся бесов прогонителю, радуйся ветвицы силою Христовою оживляя, радуйся тою жизни здравия, люди возвращая, радуйся по врачебной ум, светлой истины призывая, радуйся правой верой просвещением добродетели наставляя, радуйся Иоанне апостоле, на верстниче Христовы богословие, радуйся, Иоанне апостоле, на верстниче Христовы богословие. Проповедник богоносный Слово Божие в Эфесе был и силу сердца распространения благодати евангельские, утверждалось в учении с нами великими
чудесами, капище жертвенительной гидры молитвы, неспровергнулись и дозрящие сие, язычницы познают единого Бога, Ему живого пьем, аллилуйя, аллилуйя. Воссияло Ефесия, якоже солнце, свет веры Христовы тобою проповеданный я, и глаза чистимы дымитян воздвижи гонения на христианы, тогда и тебе, про сердце Христоведника имени Христова, послай парку в Рим связано, и ей же претерпелось страшное мучение, и ради благочестно возглашает и сердцевая, радуйся Христова ради исповедания биенной, радуйся чаши светоносного яда невредной спивы, радуйся в котле елея кипящегося не сварилися, радуйся силою Христовою, в лютых мучениях цел сохранилися, радуйся твоим нерождением, тесным мучащим дьявол страшивый, радуйся сил же народ, о величестве Бога в христиан почитаемого уверивый, радуйся Иоанне Апостоле, на верстнище Христовы благословие, радуйся Иоанне Апостоле, на верстнище Христовы благословие. И дался им учитель, я говорит, тише, я же от него претерпелости, невозмогоши умертвите тебе, тогда возомнем тебе смерть на духе, а возрабатывас на изгнание осуждает. Ты же повинуйся промыслу Божию, так и благоволившему, благодатственно воспевалости Богу, всевобогое строящему, аллилуйя, аллилуйя. Бабы чудеса показались язычникам, еще обратите их ко спасительной вере Христове, и готовущий его изгнание твоим повелением твоим, отрока утопшего море на корабль живой сверже, бурю пройдися, вода славная сладкую притворися, воин очевного не будет целися, и по пришествии твоим фатмос, без пытливо будущее прорицавый, и задержимого им изгнайся, тогда все зрящие таковое дивное знамение тобою совершаемое, прихождав к познанию, ты ипостасного Бога крещатуся, мы же тебя углашаем тако, радуйся морю и бурю повелевай, радуйся сталинский дух, я человека сгоняй, радуйся болезни и на слово царяй, радуйся всем нужда помощь подавай, радуйся чудесы твоими идолопоклонники удививые, радуйся учением твоим неверной воистине верю твердивый, радуйся Иоанне апостоле, на верстнище Христовы богословие, радуйся Иоанне апостоле, на верстнище Христовы богословие. Странно ли видите жильца Аполлонного века храм Бога и все повышение идолы, и единым словом на землю не спровергнули си, чудящийся ума всем ярящийся, на таковое твое дерзновение души к волку некоему, вере и силу подстаны в себе имевшему, просящего, да отмстит бесчестие Бога им, он же след всей душе и неверной силы к тебе обитающая, покушавшаяся перед теми различными тебе страшите, и натянула подвигнуть ей, а по часам окаянный погрузился в море и там о погибе, бессильный бывший бедственно спасти его, ты его воспретил святим именем Иисуса Христа, Сына Божия, и Божий прославил народ чудесе свидетель, воспев аллилуйя, аллилуйя. Весь исполнен в любви божественной, и все сильные встречи даров Святого Духа, будущее прорицало все стоящее, как присущее возвещало сей, недужно целяло все же ежедневно на острой патмосе, болезни рождения и страх душей, ибо на прав дома я вступил в облегчение, даровал и си, прими уба от нас, грешных похвалы сердцевые, радуйся благодати Божия вместилище, радуйся Духа Святого обиталище,
Радуйся, Господи, цель помощная в болезни силы, радуйся, источники наставлений, приводящих под знание права и веры, радуйся, коварство лукава восстановляет, радуйся, верных розников защищает, радуйся, а не апостоле, на верстничек Христов и благословит, радуйся, а не апостоле, на верстничек Христов и благословит. Всякое беззаконие стреляли в основцами людей, к ним же послан был весли, обречились и крещение идолопоклонников, и же почитав у бесов образе Бога Велика, людям являвшегося, и многие от них к вере Христовой привел Иси, даже капище Вакхала молитвами Твои разрушили Иси, и во хвах океанах и домашними Его, покаянию чудесы Твоими обратил Иси, и же от греха по спасению обратившийся, не можешь называть у Богу, аллилуйя, аллилуйя. Ведь из-за мудрости человеческие невозможно до трещины живого подскага человека постигнуть, и ожиды возвестил и сигнал для начальной любви припосланного Бога, подобному Моисею, в огоне предстали на горе приявлюсь от Бога тайного богословия, и возгласил Еси миру, яко вначале словом слышно и неразлучное, и всему сущему виновное, имущее свет жизни, может, мани, может, объяти, озаряя меня, как мы облистанием светобожественной и истины, почитая тебя, яко тайник от изначальной Троицы, и воспевая тебя, яко богослово совершение шагов. Радуйся, Орде Господи, до самого огнеобразного престола Божия, радуйся другому, возвестившему миру предвечного и предначального Бога, радуйся человечество и божество Христова нам разъясняя, радуйся дивно словесное наставление Господне, во Евангелии Твоем нам освящая, радуйся любви делом истинно нас научая, радуйся пребывающим в любви пребывание Бога обещавая, радуйся, милане апостоле, на верстниче Христовы богословие, радуйся, не апостоле, на верстниче Христовы богословие. Спаси хотя души человеческие, всяко получалось не веровать во Христа Сына Божия, имейте совесть и надзорно любите друг друга, да возлобы не том возведной сире неправедных, во свете лепот на всемогущему Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Стены горни Иерусалима за их откровений возвестились нам, я же там видимся, я же не вот брыки до скончания мира, слезуя нам все иносказательные словесы, я же может разумеете только ум не имею мудрость, удивляющийся таковому дару пророчествия тебе, Бога дарованному, воспеваю тебя сице, радуйся познание сущего и ежевее ведущего, превошедности свой человеческое, радуйся вместе или считаясь невместимых человеческих умов бывы, радуйся величенной Божьей творению зревы, радуйся сия верным преподавый, радуйся радости судьи тысячи в жизни сей познавы, радуйся он ими ныне, при избыточестве и наслаждайся, радуйся Иоанне апостоле, на верстниче Христовы богословие, радуйся Иоанне апостоле, на верстниче Христовы богословие. Пение благодарственно принеси тебе святые апостоли Иоанне христианин, и же в нищету пришед не мы, чем оздать своим взаимодавцам в отчаянии в воде, и искавшим сам себе в Литвике, ты же проповедник любви к ближним своим, ты желая звать того от времени вечной смерти крестным знаменем, смертного злату притворил неси, и сие тому вручил неси, да всем златом и долги отдать взаимодавцам, и долг свой пропитает,
Боже, тому я вам благодетельство, что мы напоем. Аллилуйя! Аллилуйя! Святозарная душа твоя, достигшего мирового совершенного, познавай свое движение времени, и да подавай тленному наследнике тление, и смертно обещанное бессмертие, скончевай область земное, житие твое, проверяйся учеником твоим, земле покрытой верха тело твое, слышавши же всем сущим в ограде братья, и душа к гробу твоему откопавши, ничтоже в небо притоша, тем же познавши это изменение твое створися, необычным человеческим смертным воспением, воспеши тебе тако, радуйся, подвиг ты твою свою, приближение солнца славы Божия, радость таковым изменением, превошедший всего славы естества человеческого, радуйся по обетованию благом учителя твоего, во всем соединим под благодатью престолу, радость творяй на том суд и праву, посреди людей Божиих Израиля, радость наслаждаясь лицезрением, сладчайшего Иисуса, ты не мужа на перце прежнего страсти воскресенье, возлегалися, радуйся от его милосердия, ходатайству нам, ходатайству ей нам вся благая, радуйся, Иоанне апостоле, на перстнице Христовой благословие, радуйся, Иоанне апостоле, на перстнице Христовой благословие. Благодать она будет от Бога место тому, и держи тело твое в земле преданно вяше, да испускай день повеления твоего тонкий прах на исцеление болящим, показуя с ним чудом, как обрастворяй Бог любящий Бог, да вседнящий сие непрестанно, сердце мусты в одни и ночи в обеем ему. Аллилуйя! Аллилуйя! Поющий чудес, поющий труды твоя в апостольстве, и чудеса исцеления, я источал и источающий, благодати Духа Святаго тебе летающего, восхваляй Бога, даровавшего нам такового путеводителя, наставляющего нас на путь спасения и милосердующего немощих наших, прими ума от нас, святые апостоли, похвалы сицилия, радуйся, благовестничай веры Христовы сердейшей, радуйся, Учитель Церкви Христовой изряднейшей, радуйся, Богослов, начало и основание, радуйся, Божественных тайн возвестителю, радуйся, действующий образе и целомудрие правильно, радуйся всех верных, святых заступлений и бегающих, споры помощничей и покровителю, радуйся, Иоанне апостоле, на перстниче Христовы Богословие, радуйся, Иоанне апостоле, на перстниче Христовы Богословие. О преславный сихвальн апостоле Евангелисте на перстниче Христов, возлюбленный Иоанне, твоим всесильным ходатайством проси Богу Твоему Учителю нашему Владыце Господу, и спроси на вся благая, временная и вечная, и христианскую кончину жития нашего, да с тобою и с ангельски великий сирений праведных по своим трипостасам Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. По преславу сихвально толстарим от Министе, на перстниче Христов возлюбленный Иоанне, твоим всесильным ходатайством по всему Богу твоему Учителю и нашему Владыце и Господу, и спроси на вся благая, временная и вечная, и христианскую кончину жития нашего, да с тобою и с ангельскими великими силами праведных по своим трипостасам Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
истинно перстничий Христов возлюбленный Иоанне, Ты всесильным ходатайством по Святому Богу Твоему Учителю и нашему Владыце и Господу, и страсинося благая, временная и вечная христианскую кончину жития нашего, да соборится ангельски великий все неправедных воспоем преипостасному Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Ангельских сил всякий паре Творца, Владыку Господа, воскресший да плоть нашу, явшегося на земле спасения нашего ради, возрекающий прямой и горестен, и взывающий на собрату Твоим, Иоанне Блаженный, звание Постольства, оставлю прежде во все царство корабли, неуклонно то ли последовал и стопал спасители вы, собирали побеждение снице, радость и вирать, как Христу Отца во плоти стали вы, радость и Христов, Небесного Отца вы ты, радость и мир все по принципе презревы, радуйся, небесное благая воздаяние получивы, радуйся, плоть Духа совершенного родотивы, радуйся, Дух Твой, сладчайшему Твоему Учителю Иисусу покоривый, радуйся, Иоанне апостоле, на перстниче Христовы богословие, радуйся, Иоанне апостоле, на перстниче Христовы богословие. Исправи, Господи, мы прежели гласить на проповедь Евангелия, и от вовле родного времени человека, плоти во свет истинного благоденения, великий апостоле ученище, друже на перстниче Христов, молитвы истинного человека берутся, и Боже, ты близко не возведись, да помилует нас, ищущих Твоего к нему представительства и зовущих к ней, радуйся, Иоанне апостоле, на перстниче Христовы богословие. Радуйся, Иоанне апостоле, на перстниче Христовы богословие. Еже радуйся, ангела пришая, и рожись любителя Твоего, Дева спасения величающая, воспеваем Сына Твоего Богородице, Евангелие Пречистая Владычице, всякие небес славы рабы Твоя, Своим пророкам и апостолам, и мученикам Ты си похвала, и представительница мира си непорочная, язык всех православных похваляй Ты Божи, и славе Пречистое Рождество Твое, Мария Богонебесная, Даже бездемным и недостойным будом благословение, молюсь для лучшей молитвами, я буду в гробе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Отца и Сына Словословни, и Духа Святая Глаголюще, Троица Святая, спаси души наша, и ныне и представители веками, и вечера последняя зачешая, и родшая Создателя Твоего, Дева Спасатя величающая, милосердие Твоя отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тебя не погибне, но да избавимся Тобою от бед, Ты мое все спасение, рода христианского. Господу помолимся, Господи помилуй, Яко святый Всевоже наше Тебе славу насылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Ныне наставление всех освящающее, и праведный наш Дед, судья, добрый и душой покаянию, яко блудница залучшая со слезами, Господи, помилуй мя. Подарим наш Дев Христе с очень исцелений, во все честные храме Девы и Месть, Твоего благословения и окропления, отгоняешь они другие немощи служащих, врачи души телесно наших.
Святая Богородица Дева, рук наша милая исправи, и прощение припиши мне наших и спроси, не копейте на вам искрепение. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Помни, премудрость, помни, Рахимин, вас, третий Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого боюсь? Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого боюсь? Господь, защититель живота моего, от кого страшуся? Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого боюсь? Господь, просвещение мое, и спаситель мой, кого боюсь? Премудрость, а евреям послание святого апостола Павла чтение, помни, братья, святя и священник, единого си, я же ради вины не стыдится, братья, нарицательного воля, возвещу имя твои, братья мои, посреди церкви Господь тебя, и паки, аскуда надеюсь на, и паки, вся сидеть, я же видал, есть Бог, понеже у водете приобщишься плоти и крови, и до Христа не приобщишься тех же, на смерть образникнущих одержал смерти среди дьявола, и избавився их лиц страхом смертящей среди повинни лишь работе, не отдам мне Бога, когда приемлет, но от семени Авраама приемлет, отнюдь же должен я по всему году 50 братьев, да мимо всего доверен просвещение те же Богу, мои же очисти грехи людские, нем же во пострадая сам искушен мы, может, искушаемый помощи. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Премудрость прости, услышим святого Евангелия, мир всем. От Иоанна святого Евангелия чтение, слава тебе, Господи, слава тебе, Боге. Братья, во время волна взыдет Иисус в Иерусалим, есть же в Иерусалиме копчий купель, я же на улице Ирийский Мефезда, пять прибор ему мужчин, тех свежашим, но расслаболящих, слепых, хромых, сухих, чающих движение воды, ангел во Господин и всякое лето схождавших купель и возмущавших воду, и же первые владыши по возмущении воды здрав бы ваше, и цель уже недугом одержим бы ваше. Слава тебе, Господи, слава тебе! Миром Господу помолимся, Господи, помилуй, послышни мир и спасение душ наших, Господу помолимся, Господи, помилуй, по мере всего мира благостояния Святой Божией Церкви и соединение всех, Господу помолимся, Господи, помилуй, после дня в храме всех, и с верой благоговением и страхом Божиим ходящий твой, Господу помолимся, Господи, помилуй, о великом Господине Отце нашим, святейшем Патриархе Кирилле, Господине Отце нашим, Высокопреосвященнейшем, митрополите Александре и всем Христе, братья наши, Господу помолимся, Господи, помилуй, о Бога хранили стране нашей, властях и воинстве я, Господу помолимся, Господи, помилуй, о граде всем, всяком граде, стране веры живущих мне, Господу помолимся, Господи, помилуй, о благорастворении воздухов и изобилии подоб земных и временных мирных, Господу помолимся, Господи, помилуй, о плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих,
Просветитесь в Адам всем, силою и действием и ныне Святаго Духа, Господу помолимся, Господи помилуй. О, еже снисходите на воды сия, очистите нам присущные Троице действу, Господу помолимся, Господи помилуй. Но еже быть во весе целители души Тевец, и всякие сопротивные силы отгнать иной, Господу помолимся, Господи помилуй. Поиже не спаслати Господу Богу благословения данного, и рассветите воды сия, Господу помолимся, Господи помилуй. А всех требующих от Бога помощи и наступления, Господу помолимся, Господи помилуй. Поеже просветитесь нам, просвещение разума ненасущенную Троицею, Господу помолимся, Господи помилуй. Я тогда Господь Бог наш покажет на сыне наследники царствия своего, воды земли чищением же и кроплением, Господу помолимся, Господи помилуй. Поизбавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся, Господи помилуй. Доступи и спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью, Господи помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади, Тебе, Господи. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, Господи помилуй. Господи Боже наш, видите среди дневных делях, все твари свидетелю, храни завет Твой и милость Твою ищем Тебя, и соблюдающим повеление Твоя, всех в нуждах умиленной приемной слезы, всего пора и грешил, если враг из радца не приведет и нас устрашает, но здравие телу истинное подавая и глаголе, все здраву неси тому не согрешает, но и бремя здравым очи соделай си, и умылся повелев свету усилитесь и створитесь и словом, сопротивы страсти и волны смущают, и жития всего славной воли и слушает, и державоносной свасти прощай волны. Сам человек ключит царю, дабы нам с ним светлую одеетесь и одеждею, от воды же и духа, и причастием же воды сия, и окроплением Твоей благословения нам не спасли, скверно страстей омывающие. Ей молимся, посети нашу Божию немощь, и цели наши ведут и душевные же телесные, милостью Твоею, молитвы все пречистые, преблагословенная Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силой честного и животворящего Христа. Представьте случайных небесных сил бесплодных, честного славного пророка, предтечи Крестителя Иоанна, святых славных и всепальных апостолов, преподобных и богоносных отец наших, и живосвятых отец наших и вселенских иерархов, и учителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, и же восвятых отец наших, Афанасия Кирилла, патриархов Александрийских, и же восвятых отца нашего Спиридона Тримифунского Чудотворца, и же восвятых отца нашего Николая, епископа Мирлитийского Чудотворца, и же восвятых отец наших, Мефодия Кирилла Учителей Славянских, святаго Равноапостольного Великого князя Владимира, и же восвятых отец наших, все различные творцы, Петра, Алексея, Ивана, Филиппа, Модерна и Накинтия, святаго славного великомученика Георгия Победоносца, святаго славного великомученика Дмитрия Мирночилова, святых и доброподетных мученик, святых праведных Бога Отец и Анны, святых славных и чудотворцев и сребреников, Космы и Дамиана, Кира и Иоанна, Патиева и Малая, Самсона и Леонида, Мокия и Аникиты, Павлея Трифона, святаго апостола и евангелиста Иоанна Богослова, и Божий и память совершает,
и всех святых Твоих. Спаси, Господи, помилуй великого господина, отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и сия Руси, и высокопреосвященнейшего митрополита Александра, дары душевное и телесное здравие и работу Тебе, всему христианскому жительству, во всех милостях буди. Помяни, Господи, всякое епископство православных, правоправящих слово Твоей истины, и весь священнический и монашеский чин и спасение их. Помяни, Господи, ненавидящих и любящих нас, служащих братьев наших, предстоящих и благословно вину отшедших, и заповедавших нам, недостойно молиться о них. Помяни, Господи, приними скорби искущих братьев наших, и помилуй их по великой милости Твоей, всякие нужды избавляй. Яко Ты есть источник исцеления, Боже наш, и Тебе славу насылаем, Собирначальным Отцем, и с Пресвятым и благим же творящим Твоим Духом, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Мир всем. Вот ваше, Господи, преклоните Тебе, Господи. Преклони, Господи, ухо Твое, и услыши нас, и живое дань, и креститесь и изволивай, и освети мы воды, и благослови всех нас, и же преклонением своим и назнаменующим работное воображение, и сподоби нас исполните со освящения Твоего, воды всем и очищением, и да будет нам, Господи, во здравие души и тела, ибо и все освящение наше Тебе славу, и благодарение и поклонение высылаем, Собирначальным Отцем, и Пресвятым, и Богим же отворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, о веды православных христиан, сопротивные, даруя, и Твое сохраняй Христом Твоим жительство. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, о веды православных христиан, на сопротивные, даруя, Христом Твоим жительство. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, о веды православных христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняй Христом Твоим жительство. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, о веды православных христиан, на сопротивные даруя, и Твое сохраняй Христом Твоим жительство. Твоих даров, достойно нас утвори Богородица Деву, презирающая согрешение наше, и подающийся и неверой приемлющим благословение Твое пречистое. Источник исцеления, имущество Деви Сребрницы, исцеление подавайте всем требующим, яко примирение и дарование сподобшееся, от преснотекущего источника спаса нашего. Благодарит Бог вам, Господь, яко и дарителем апостольским, все дамы вас на духе нечистые, яко же те признаете реки всякий дух и всякую язю, тем же повелених и добрый житель слушаем, то не приясни, то не подавайте, исцеляющие страсти души телес наших. Призвана Мария, и краса непорочная,
и Боже, славу Ты в откровении с неба неси, ныне же нескончаем радости наслаждающийся. О великий Иоанне, сохрани все грады страны христианские, храм сей и служащих, умолящихся мне, от глады губительства труса и потопа, огня и меча, нашествия непременных и междоусобной брани, избави нас от всякой беды и напасти, и молитвами Твоими отврати от нас праведный гнев Божий, ибо милосердием нам и спроси, да вкупе с Тобою сподобимся прославлять и в невечерние дни Пресвятое имя Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь. И всем Ваше Господи преклоните Тебе, Господи. Владыка многоединствия, Господи Иисусе, Христе Божий наш, молитвы все пречистые, Владычица наша, Богородица и Преснодева Марии, силы честная и животворящего Христа, Предстательство честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и святых апостолов, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, и живот святых отец наших и вселенских великих учителей, святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, и живот святых отца нашего Николая, архиепископа Мирникийского чудотворца, и живот святых отец наших, Мефодий, Кирилл, учителей славянских, святого Анна Апостольного, великого князя Владимира, и живот святых отец наших, вся Россия чудотворца Петра, Лисиона, Филиппа, Магена, Иннокентия, святого славного великого мученика Дмитрия Мироточилова, святых и доброповедных мучеников, святых и праведных Богородицы, Акима и Анны, апостола Иоанна Христа, Иоанна Богослова, и Божьей памяти не совершаем, и всех святых Твоих, благоприятность Твоей молитву нашу, даруй нам створение перешений наших, отжени от нас, покрыто скромным кривой Твоей, отжени от нас всякого врага и супостата, помяни нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, спаси души наши, яко благо человеколюбец. Смерть поправ,
благословен Бог наш, всегда и непресно и во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть опра, и сущим огради живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть опра, и сущим огради живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть попра, и сущим о гробе живот даровал. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.